Сейчас у меня денег тю-тю, ничего нет. Понятно. Короче, вот сейчас дровами запасаюсь. Ну, для меня погода. Правда, что-то вот этот бок или что-то вот так лежал на земле, простудил. Да. Но ничего, болезнь, как она, говорится, отступает. 2-3 да, неделю не поешь на и. У меня вот, вот все лекарства, вот это лекарство, вот все какие есть, вот в аптеке лекарства, да, а у меня одно только лекарство, вот это голод. Голод, обыкновенный голод. Ты не ешь, а вот эти все болезни высасываются, высасываются. И вот вы представляете, ты там какая-то у тебя даже же болезнь появилась, да, а ты же пищу не принимаешь, ничего не принимаешь. И она вот на эту болезнь, она говорит, да. А это кто сюда-то залез? Ты давай его сожрем эту болезнь. И они, короче, как налетают на нее, с аппетитом все сожрали на эту болезнь. На. А тем жрают вот это, и я здоров сейчас становлюсь. О, нормально, хорошо. Вот. В общем, вот все болезни, все, какие есть на земле болезни, лечатся голодом и все. Не ешьте все. А потому что если ты ешь, там всякая зараза в этих пищах, микробы. Ты наоборот туда вникаешь еще больше, и у тебя болезнь еще больше, больше распухает, распухает. Они радостные там, о, говорит, давай, давай, поставляй нам пищу. Вот, вот тем больше. Вот человеку поставляй пищу, да, вот он жреет, жреет.